В Магадане наградили победителей конкурса лучшего проекта водораздельного знака, который планируют установить в Хасынском городском округе на Яблоневом перевале. Там проходит водораздел Тихого и Северо-Ледовитого океанов. Организатором творческого мероприятия выступило региональное отделение Русского географического общества. Всего на конкурс было представлено 16 эскизов. По итогам работы экспертного жюри первое место у творческого коллектива компании «Афина». Задумка авторов – показать столкновение водных стихий. Работа Андрея Осипова заняла второе место в конкурсе, однако именно его проект взяли для реализации. Подведение итогов конкурса проходило в рамках юбилейного заседания регионального отделения РГО, на котором участники подвели итоги проделанной работы и определили планы на будущий год. В частности, говорили и о Гижигинской археологической экспедиции. То, что начались раскопки, это только первый этап. Там, по раскопкам и созданию экспозиции и получение научных результатов первого городского поселения на территории северо-востока нашей Родины. Я думаю, что это имеет очень большое значение, и те научные цели и результаты, которые мы получим, они должны послужить большими выводами. Кроме того, на торжественном мероприятии были определены делегаты от Магаданской области на участие в юбилейном съезде Русского географического общества, который пройдет в ноябре этого года.